на оставке поднимемся, рамку без проволоки. Ага, да? Ну-ну. Потом засыпал, ну пополам примерно. Мы ее там натидим, не важим. А потом заливаешь водой полностью под завязку холодную. А, я видел, понял. Да, всё. Есть же на видео. И потом миксер, да, строительный, да, миксер, перфоратор. Жих. Ни воду не греете, ничего совершенно. Ну самое лучшее, если с вечера замешать. Оно, чтобы ночь после расколоты, оно, да, ночь растворяет. Это нехороший, хорошо растворяется сахар. Там сахар вообще пеня так остается. Угу. Чуть-чуть. А если сразу, ну дофига осадка. У нас получается один раз, нам мы делаем, ну, два раза в день кого-то. Получается, угу, по 6 баллонов. А бывает даже 3, если еще полгода разливаем. Понял? Да. Так тут плиты. Ничего себе! Показалось, тут магазин от моли храны. Тут прохладно. А, тут капитально. Я, короче, ее тут тоже. Тут еще не накрыли. Плиты. Вот рамка без проволоки. Андрюш, а скажи, ну вот в такой рамке неужели моль может завестись? Да ну. Ну все равно здесь хранить. Да, все равно здесь хранить надо. Я понял. Просто что если расплодить. Ну мы сюда, сюда мы матку. Я сейчас Вот это же рамка без проволоки, это рамка этого года. Бачишь, степлером. Потому что степлером только в этом году сбивал. Оце ось этого года рамка. Угу. Без проволоки все качалось воно, бачите ж. Нічого не отламується, ніхто не вискакує. Якби я ще стандартні рамки так під пневмостеплер, щоб, я думаю, спробувати зверху бити, під длинней скобу буде держатися. Ну, треба поекспериментувати. Тобто без вощинної технології, а це без проволочної технології. Та у нас була і без вощинної технології. Ми розширялися одновременно. Ну, денег нема на вощину. Спочатку клеїли. Не воска, сначала клеили полосочки, потом закончились и полосочки у нас, ну что делать, сначала ставим сушь, потом ставим вощина наполовину, потом полосочка, а потом пустых рамок накидали им. Раз уже лопуху так и отстроили, на другой рамке лопуху, уже на этот год есть, на следующий вот хлопу рамку отстроили. И такой, да? Да. Ну, эти рамки уже, до сих пор остаются. Ну сейчас уже, да, мы вышли на тот уровень, что у нас уже воска хватает, поэтому я в прошлом году еще покупал вощину за наличку. А в этом году уже и вощина осталась. Уже запасы, все. Запасы пошли, да? Уже все, да. Ну, це класно. Тут прохладненько, хорошо, ну, блин. Ну, тут молі нема, да? Ну, молі нема. Ну, знаешь, как оно, кто ее знает. Буде їсти, не буде. А тут. И все, не, равно, ну, есть, и все равно до этой храни. Да, да, да. Да, 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 да. Мыши есть. Да. Не, ну, мыши они есть. Мыши есть у вас, эти самые, красивые смерти. Там кидаем. Мыши, ну, тут пока еще не попортил, наверное, ничего. Вот тут, да, грязно. А раньше же здесь было вообще? Овшаник. Такие были? Специально для птиц делали. Ага. Знаешь, чтобы ёбаные те были, при Советском Союзе дома держал пасеку там 20 семей. 40, нет, почти 40, ну и хватит. Я себе занесу. Короче, там на колхозе робишь. 40 семей держали, уже делали амшанник, ну это серьезный подход. Ну, да. Проще. Ну тогда проще, Саня, было построить, да, такой амшанник. Конечно. Оно было везде, ну, доступно. Ну, конечно, проще, ты представь, плиты перекрытия. Ну сейчас и тогда. Сколько это сейчас стоит? Так вот тоже. Сейчас все должно. Кран. Что сейчас? Я не буду говорить за цементы, за. Раньше сахар. Кран за Магарыч, да, могли, ну, да, в те времена. Я даже не помню, чем не. Дай на кран. Кран, а нет, ну а по-другому чем? Дядя Витя, она же бои, він робив. И він оце все наговорився. Ага, дядя Витя, привет. Нема. А, нема. Ой, вибач. Привіз плити. Живої в Сєвєродонецьку, його даже вже немає. Пустиня там. А раньше ще. Прохладно здесь, хорошо. Прохладно, да. Ну, моль, да, для молі, конечно, некомфортно. Эти пчелы краскопультом. Ага. На видео тоже есть. Оно дует хорошо. Ты собеду его купил? Да. Вот, ну, зачем ты купил? Лучше бы ты краскопульт купил. Сразу краскопульт был бы ведуйка. А вы что, тоже работает это самое? Конечно. Мы ж таки на меня выдуваем. Да, да, да. А, не буду делать, она в мосты. Мосты закладывает. Свою функцию выполняет, серьезно. Я не знаю, как мы до чего дошли, что-то она была. Попробовали, да? Ну, это что, я ставлю трубку, это удалитель. Это самое. А то, что остается остатка, ну, молодняк. Ну, чекай, сосна. Это из-за того, что труба вот эта. Да. Ну, кое-что утекает, я не попадаю. Ну, вот, это вопрос. Ну, на ставке ставлю, хлопцы, да.
Нормально. Видуваю, що остаток на дерево. Це хороший крокопульт, між прочим. Всю пасіку перекрасили. Всю пасіку перекрасили. Всі уліки повністю осінили. Ще й пчол видуваю. Поняв, пасічник, а ти купляєш фігню всяку. Платформи в Андрія стоять. Серйозні, длинні, видите ручники, три платформи, поїхали далі. А на самого поворота ставимо нуклеуси, потім пасіку пропускаємо, і це далі нуклеуси. Оце бутилка, метка. Це край, да? Ну, де-то там, наприклад, ага, закінчили цю пасіку виставляти. Ну, так. Хули тряпу привезли. Вот 2017 года. Ну, а работаете только вдвоем на пасеке? Сейчас, да. Тачок, проехали. Это один тачочек. Тачочек, это тачочек. Ну, хоть это. Тут зря же не было. Все, готов, да? Кстати, давай булочки, палочку поворотим. Вон и тут все. Пчелы, все. Да ты постукал, хорошо. Я вот так не сбивал в ремонтире. И это примерно система от баранки, да? Хорошо сидят, да, пчелка сидит, повозки стоят, все как полагается. Хорошая вещь полиизол, но мы не используем заставный досок. Ну, ненужная вещь там. А? Ненужная вещь. Повернули полиизол вокруг и все, да? Да. Ну, поехали дальше, еще проедем. Там пару улики глянем. И тут тачок, везде тачок. С того чика там, где машина, рыбаки. Вот это было вчера. Липатова Иошка. А, Виталик. 7 штук улетел. Туда, оттуда убрали, это самое. Отводки тебе сделаю, оно все очень. Тут посильнее. Но опять же, все вопрос в том, что я забрал эту надо. А потом уже с открытым способом тут корма, а то уже сика себе. Получается и история. Каким способом тут стоят возъемкость? Вот це ряд, я це ряд, це основні сім'ї, а це все остальне буде. Два ряда тільки тут. Ну, дуже, кстати, з магазинами було. То один магазин, то взагалі.
Ну да. Ну це вже це... тут серйозно. Да, тут а, все... тут, да, тут да, так, да, понятно. Да. Ну, дворяда, сім'я, це все. Да, я сказав, да. Оце от вот так один ряд отводка і три ряд. Ну понятно. Оце... Дивіться, поки показує. Та дивіться. Я и спереди не боюсь. Ну, ще вчора був. Був вчора? Да. Нормально, тут гибель кинет. Да. Зимовать? Да, да. Сама как не, ну... пленка, да? Да. А мы леткой полоть открываем. Нафиг. А, зимовать будет пленка сверху. Правильно понял? И летки открываете нижний на полностью, да. На всю, да? Да. Да, они же он там так, полностью. А вот этот? Это ну, тоже открытый. Ну, ну знаешь что, мы их можно закрывать. Иногда сыночки долбут. И они через верхний леток выскакивают. Да, а через нижний, да? Через нижний, да. Ну понятно, да, семьи, оно видно сразу. Андрей, а зачем вера, вот эти саморезы? Вот? Я обратил внимание, вот саморезы вот эти. Да я с ручками до не чистил, на ручке есть. Ручки цеплять. Кстати, возьми себе на вооружение. Це ми знаєш, що поділи, тому що уліки ДВПшні. Ага. Під один этот сам. Я не обов'язково, можна тут саморезы закручувати дерев'яні. То есть один стандарт. Раз, да, ручкой. Раз, ручку тут сделал. И закручуй саморезы, які дерев'яні. Саморезы раз крепкий есть. Це я не знаю, може отлетить при транспортировке, если не стоїло. Ну, не чистий, хорошо, удобно. У нас копчик немає, ні на магазинах, ні на уліках ніде. Ну, нормально. Сім'я є сім'я. Да, видно, що сім'я. Ще отвод, який я надрали хорошо. Є отвод хороший? Ну, то отвод пішов на 1 грам. Там ще повністю. Там 10 штук. Зимують теж повністю? Или зжимаєте гнездо? Делаєте дивізію повністю. Ну, теж домой, на базу і на базі. Ну я правильно понимаю, что пустые рамки, там где был расплод, убираете, да? Мы дивимся, если там, как сказать, ну если так, меда есть, да, чуть-чуть мало. Мы разрезаем, растягиваем гнездо полномедными рамками. Mm-hmm. Либо если есть возможность, убираем. Если бывает, даже расплод есть. То есть мы в основном на таких рамках семья? Ну она сокращается, в основном целый час по 12 сидят, иногда десятки сядут, где-то до 8. То есть 8 рамок, в принципе, зимует, да, нормально, да? Да, да, 8, она из карника все время на зиму, 6-8 рамок. Ну мало кидает она шкурма, правильно? Да, нет, так, да зато... она весной, знаешь, тариточек, на весной, да, начинают они сиять, тогда они едят хорошо. Знаете, как проезжаем поля, вот и скажите, чьи-то поля? Маркиза, маркиза, маркиза Горобат. Так вот и вот. Проезжаем пасека, 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 пасека. Улики, 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 да? Чьи? Андрея, Андрея, Андрея Коноплина. Вот поставка стояла, тут я отвода сломали. Да, отводок. Отводок, стояла наставка. Вот, короче, где наставка стояла, там как бы есть и этот самый, и пчела. А где наставки не было, и пчелы мало, да? В принципе, да. Пчелы мало, а даже не залывает. А, и все, пчела срабатывает, а потом уже разгоняется. Да. Ну, система тебе понравилась, Андрей. Внизу 300, вверху 145, да? Отлично, самое лучшее. Мне самое лучшее нравится. Ну, не нравится, а тебе сделай. Да, в магазине став стандартную рамку. Не, ну вообще, я раньше работал. Например, да, вот, да, постоянно, например, выбраковать рамки надо, да? Тасуется парк постоянно, темные рамки. Ну, стал 145 рамки убрал, стал 2 наставки, поднимай наверх. Третьи рамки вниз в лощину встал, она там будет сиять, а тебе пачку такую. А рамки отсушиваешь? Не, мы, короче, получается, откачиваем, сразу, получается, я с лыжаков начинаем, у нас лыжаки обычно полнище. Набираем, набираем, подставляем на рамки, возвращаем, я внизу уже. А эти рамки используем, вот она набирается на обмену суши. Мы сразу отбираем, сразу им возвращаем. Эти наставки суши. Лощина вырезается, то есть суши вырезается с рамок, да? Рамка, если плохая, спаливается. Ну да, не, ну мы бракуем не сейчас, мы бракуем уже, ну, как вот, мы их стараемся, плохие рамки, эти, что под выбраковку, мы их накрасть стараемся, чтобы все на новую суши. Они
просушили їх, а да, не просушили їх потім. А потім вже дивися время, якщо осінню там вибирай таку шкоду. А в такий вопрос, скільки ти за день максимально можеш пройти сім'ї? Ха-ха-ха. Ні, смотря какая работа, правильно. Тут не так поставлен вопрос. Ну, если, допустим, гнездо частично разбирается. Ну, то есть перебирается или как-то. Да, максимально было такое, допустим, там проходил 100 с чем-то, 200. Там не, наверное. Я на кого не обращал на внимание. Да, мы бывали в трех родом, бывал. Да, бывало один. Смотри, какая работа. Оно что же идешь. Ну, самое больше ревизия весь не занимает. Мы не ревизию делаем без недели. Даже больше. А ревизия составляет это как? Открыл гнездо? Не, открыл, почистил полностью. Ну, тогда мы почистили сразу. Снял, почистил, да? А лыжак уже надо разбирать полностью. Гнездо, и дивись опять. Матка, потом. У нас тачка сразу маркера торчать. Она облазит. И весну у меня 3 маркера, например. Ну, например, будет торчать у меня белый, будет торчать синий и желтый на следующий год. Ревизию делаем, опа, маточку, надо пометить по праву. Нашли матку, дивимся засев, не засев, есть матка, нема, сокращение гнезда, рамка убрала. Ну, это дома рамок добавил. Дивися, как ревизию делаем. Весной, занимавшись вдучим, матка, я значки ставлю, я не пишу. Да, и на каждом будильнику за сколько, ну, Андрей, все есть. Ну, на бумаге есть. Все на бумаге есть. Uh-huh. Да. Я потом уже на бумагу дивлюсь, ага, так, что мне делать, что продать, что мне на трутневый фон надо, что мне надо на воспиталок, что на пчелу, на дохлое население. Это у нас все пописано, и с самой весны начинаем, да, ревизию делать, пишем на том. И это у нас в течение года примерно. Запись сохраняется. То есть вы уже примерно знали, что в прошлом году с этой семьей было, как она себя вела, допустим, какая матка. Вот эта матка, например, какая-то матка, Андрей? Это цели островная. Это островная цель. Какой год? Километр. Трусик. Трусилы мы ее на пчелу. Да и дальше. Да ну я не знаю, что значки вам рассказывают. Ну плодная матка все знает. Потом есть хвосты ставлю, букву Х, если хвост слабый, ХС добавляю. Ну так, я понимаю эти все вещи. Ну да, сам же. Например, уже сегодня часть пакетов, потом в следующий раз еще раз всякие-то, уже другие значки ставлю, потому что я должен понимать, когда мне буду, куда матку кинуть, когда она будет сидеть. Ревизию сделали, попишали все на уликах. Я пришел, на бумагу принесу. Да. И потом это, помните, нет. Тут уже он, мы тут такие значки, я уже не знаю, было что не допускать. Вот, например, ну, бачишь, в Германии там кирпичи крутят, но мы кирпичи не можем. Ну да, 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 да. Кирпичи. А что это? Я не грудью кирпичи. А вот так сделал, пало 500 маток. Хопа, они не приняли матку. Я тогда пишу клетку, ставлю ее, например, налепит колпачком, положу клеточкой, пицарую. Потом она убывает ей повторно. Есть такие пчелы упоротые, ничего им не сделаешь. Ну и обычно, иногда, если матки есть, я подсаживаю и подсаживаю. Если маток нема, я их вытрусиваю, потому что с ними лучше переделать. Это повторно, потом уже под колпачок подсаживаешь. Потом они уже убывают, я уже, если еще раз. Потом они сидят у нас на потолке. Ну вот это семья, это я промышленная. И так тут, короче, я матку и не принял. Ни одной матки не принял, да? Да, раза три подсаживаю и все. И это просто уже так, я знаю, что я лучше вытрусить. Ну, матки есть, думаю, кину уже, ну, а и дальше, вроде сделан. Ты, чтобы ее сделать, тебе же надо опять семью куда ковырять. А тут, ну, вроде же пчелы есть. Думаю, да, примут, матка есть. И, если что, еще запасная есть. Ну, поехали на матку. Угу. Потолок. Потом на потолке. Там вообще, сейчас мы забатываем. Забираем он их все полностью. Рамки. Оставляем им рамку пустую, чтобы не проваливалась. И перевязываем клеточку через канди. И вот они сидят полным сиростью. Они выпускают матку. И тогда даем им просто сушу. Без меда, без расплода, без ничего. Поднимают. То есть так исправляете притом? Да. Не выносите, не вытрушиваете? Да, раньше насыли, да. То я думаю, холодно было, открыл. Думаю, что случилось? Ну и потом вот. Открываю аромат. Смотри, он уже сохраняет, да? И даже когда пчела трутловка в себе остается, все равно это нормально, да? Да, ну это целый воронин. Написал, конечно, надо носить. Раньше мы носили выносили, а сейчас. Для
легче забирать все рамки? Да, забрал рамки, это они хотят сидеть. Например, трудовку нашел, днем ревизию делаешь, да. Забрал все рамки, вытрусил, да, и хотят сидеть до вечера. Сколько дней? До вечера. Потом вечером клеточку подвязываешь. Через типа искусственный рой делает. Да, через камень. И до утра. До утра ладно обычно выпускают. Потом можешь давать. Бывает такое, то, что надо, если пчелы дофига, они уже язык там настроить, матку не быстро ты ее выпускаете, она даже засеяна. Уже можно рамку давать. То есть вся пчела, трутовка, которая была, ее там убили, наверное, скорее всего, да? Да и не было, она, наверное, просто матка, наверное, начинает пахнуть. Гормонами она регулируется. Она просто пропадает. Да, эти рамки забрать и все, чем тягать опять корпуса, все равно получается. Так, да. Ну, проверим. Такие вот, ну это же пчелы, опять же рассказываю, вот он не хочет принимать матку, цей отводок, хоть ты убий. И матка нормально сіє, что он и делает? Принял, принимая матку, вроде дивися, все нормально. Потом клац, они сіє яєць, начинают закладывать маточники. Ну, если раз не проморгаешь, маточники сорвешь, они бывают принимаются. Так. Такий момент. А бывает все, сразу маточники заложили, сразу бывает. И тоді уже то, и лучше переделать. Так. Номер 23 проехали. Я не знаю, сколько мы уже деточком проехали.